Здравствуйте, мы семья Поповых. Меня зовут Фаида. Мне 7 лет, в моей жизни происходит много интересного. Это я на даче. А это я в деревне делаю ремонт. Я учусь в первом классе. Папа Фадосий и мама Маша. Я люблю свою маму и папу. Папа с мамой никогда не скучают и не сидят на месте. А это они дурачатся. И моя сестренка Полина. Я люблю ее. Когда она была маленькая, у нее были пушочки. А это мы на даче прыгаем на батуте. Моя семья просто огромная. У меня есть прабабушки, дедушки и тети, и дяди. Это моя бабушка Лена, это мой дедушка Мама. Мы очень любим друг друга. Эта дедушка учит меня водить культиваторы. Мы бабушку любим и делаем мой-мой. Любимая тетя Полина и дядя Андрей. Тетя Полина очень любит зверей. Мы очень творительная семейка. Мы с Полиной занимаемся художественной гимнастикой. Это наше соревнование. Наша команда называется «Стиляги». Моя семья всегда приходит нас поддержать. А еще мы с папой и мамой любим играть в футбол. Мы играем вместе с друзьями. Моя семья всегда приходит посмотреть мои концерты. Но больше всего мы любим путешествовать вместе. Потому что путешествие открывает новый мир. На празднике мы собираемся все вместе, потому что тогда можно поболтать и потанцевать. И увидеть много друзей. Семья – это любовь и поддержка.